Токио. На каком заводке вы были? Своя киноквартира. Булгаков. Не остались после просмотра. Впечатление нельзя сформировать прям тут сразу. Но мне нравятся постановки Кирилла Серебренникова, потому что они современные, они отражают сегодняшний день. В них есть стиль, чувство юмора, чувство вкуса. За это я люблю Кирилла Серебренникова. Еще я рада, что все-таки он придерживается пьесы. То есть, как... Какую-то от темы, да? Да, да, да. Вот это. Он развивает. А где вы сидели, на каких местах? Я сидела... Где вы самая последняя? Ярус. Да, я хотела сказать, на престоле. Но я сидела на ярусе, я сидела на ступеньке вообще. Да, у меня были самые плохие места, которые можно. Здорово. А как вам было видно и слышно? А, мне было прекрасно видно и слышно, потому что под звук, есть у актеров. И все слышно очень хорошо. А могли бы, кстати, с ним подруги? На этот? Да. Я бы подругу, конечно, не позвала сидеть на ступеньке, но если бы мне удалось сделать портер, я бы... Да, я бы отвела, может быть, не всех, не некоторых своих друзей. Тяжело, первый день. Отбора. Ну вот, например, я бы отвела тех друзей, которые живут сегодняшним днем, так, которые... Так, мешайте, мамке надо продать билет на завтра. Понятно, спасибо большое.